Нужно открывать страховую компанию? А? Нужно открывать страховую компанию? Была же. Страховая компания в этом плане супер поставщик денег. И, кстати, еще один супер поставщик денег – это школа. За весь учебный год плату собираешь вперед, предоплату. А у тебя расходы понятные и известные. Все. Это, по сути, все родители тебе положили депозит, равный годовому обучению. И все, и дальше депозит ты можешь делать, что хочешь. И плюс в Казахстане школы налоги ноль. Школа получает прибыль, налоги ноль. Единственное, при выплате дивидендов, конечно, налогом обложится. Но ты можешь со счета школы инвестировать и там зарабатывать. А свои расходы вешать на школу. Зачем тебе оттуда брать деньги, потом тратить на расходы?